Всем здравствуйте! С вами Школа Креатива, и я Юрова Александра. Сегодня у нас вот такой морской пейзаж, морское утро. Для работы нам потребуются следующие материалы. Я взяла масляные краски. Цвета у меня тут разные, интересные. Белила титановые, умбра жженая, охра светлая, индиго, кадмий оранжевый, цирюлеум цвет. Сиена жженая, краплак темный прочный, кадмий желтый средний и, конечно же, белила титановый. Это примерные краски, примерные цвета. Можно использовать, допустим, гуашь тоже. Можно писать и акрилом то, что есть. И цвета здесь примерные, плюс-минус. Нам не важны оттенки в такой уж большой степени. Нам важен именно тон, именно отношение света и тени друг к другу. Именно это привлекает внимание к картине. Взгляд привлекается именно тоновым решением картины. Именно отношению света и тени. Контрасты. Вот что нам важно. Кисточки. Синтетики круглые, плоская, маленькая кисточка. Можно брать какие-то немного другие кисти, тоже это не суть важно. Для работы я взяла холст на картоне формата 30x40. Вы также можете писать на любой загрунтованной поверхности. Это может быть оргалит, это может быть картон. Загрунтовать очень просто акриловыми, допустим, красками. Гуашь можно смешать с клеем ПВА, покрыть, допустим, белую гуашь смешать с клеем ПВА и прокрыть хотя бы один, ну, два раза там какую-то поверхность. Это может быть любая поверхность, вообще любая поверхность. Это может быть старый поднос, допустим, даже металлический, все что угодно. Вот. И что еще? Салфетки, конечно же, понадобятся, тряпочки, льняное масло у меня для живописных работ. Можно использовать обычное масло, то, которым мы пользуемся на кухне, в быту, допустим. Можно использовать различные разбавители для живописных работ, кто работает маслом. Ну, то есть спектр материалов такой у нас большой и свободный. Можно использовать то, что есть в наличии, и то, что удобно. Полное описание материалов есть в описании мастер-класса. Скорость мастер-класса, если вас вдруг не устраивает слишком большая скорость, вы можете также ее регулировать в настройках. Ну, а с вами Школа Креатива, и я Юрова Александра. Мы начинаем. Начинаем с наброска. Я взяла среднюю кисточку, намочила ее, слегка вытерла. В левой руке у меня все время салфетка либо тряпка. Взяла умбру и масло. Сделала жиденькую такую, как бы жидкий совсем замес. И начинаю с самого главного, с линии горизонта. У нас почти он находится на середине. Если серединка холста где-то вот здесь, линия горизонта чуть-чуть ниже. Я ее проведу, но не до конца. Вот. Не до конца. Здесь у нас будут горы. Эти приложения копирка, которое может идеально перевести изображение в нужный нам размер. Посмотрите, прозрачный экран, и с помощью ползунка я делаю изображение, которое мне нужно нарисовать. Мы взяли портрет, и прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения. Переношу их так, как мне нужно. Также, если мне нужно прописать детали очень мелкие, то я просто увеличиваю экранчик, и детали становятся видны, можно каждую мелочь прорисовать, установив телефон на какой-то предмет. Сейчас в данный момент он стоит на стаканчике. Вот, получается такое вот прямо переведенное через
наше приложение. Сейчас мы взяли холст. Холст большой, 40 на 50. И решили перевести пейзаж. Прямо смотря в монитор, видим, как карандаш описывает нужные нам контуры и переводит. То есть мы выстраиваем так, ставим телефон на таком расстоянии, какой нам нужен холст. То есть мы любой размер, максимальный размер удобный 60 на 90. Минимальный – это спичечный коробок. Любой человек, ребенок, взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения. Поэтому переходите по ссылке под видео, там вы увидите ссылочку на приложение. Также вы можете в вашем системе Apple Store или Google Play набрать слово «копирка» и выйдите на это приложение. Данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников, так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на холст. Так что дерзайте, используйте и делитесь приложением со своими знакомыми. Удачи вам, да пребудет с вами вдохновение. Затем общим таким тонким-тонким абресом я нанесу вот эту скалу. Так, и вот где-то вот так она у нас идет. Вот именно через сквозь эту скалу мы видим вот этот прекрасный вид. Затем здесь у нас тоже скалы, и вот таким образом они у нас располагаются. Можно не делать прям вот точно-приточно, можно нарисовать какие-то свои камни, но идею камней, конечно, создаем эскизно пока. Пока эскизно. Так, вот здесь повыше, да, здесь так. И вдаль уходящая скала, вот так. Ну, примерно вот так. Ну и вдали, да, у нас вот это вот сотрем, чтобы нам не мешало это и не, как бы, не сбивало нас. Так, ну а здесь у нас тоже горы. Вот, несложный рисунок. Там камушек и кораблик. Ну, рисунок несложный. Можно сделать от руки. Если очень сложно, можно воспользоваться копиркой, можно перевести с экраном, можно даже напечатать, допустим, сделать ксерокс, из ксерокса уже сделать более точную копию, допустим, рисунка. Но, на мой взгляд, интересно сделать самим, просто потому, что ну, как бы не делать копию интересней. Интереснее писать, не делая копию. Вот. Интересная импровизация. Так. Ну вот, такие у нас тут набросочные работы проведены. Так, сейчас более подробно вот камушки на первом плане.
Вот. Таким образом, ну, кораблик мы потом с вами, естественно, нарисуем. Взгляд сквозь скалы. Можно на этом этапе закрасить просто вот такой умброй, умбра с маслом, закрыть просто вот так вот все темные пятна. Можно взять побольше кисточку. Не вдавая сейчас ни в какие подробности, просто мы нанесем такой легкий слой, прозрачный. Закрасим вот основные пятна. Вот таким образом я прямо вытираю, что называется, обтираю кисточку. Там, где темно. Наиболее темные моменты. Свет у нас с левой стороны. В контр-ажуре они находятся, эти камни, то есть они располагаются против света. На них, вот, на плоскости этих камней не попадают лучики света, вот, отсюда пробивавшиеся. То есть они будут освещены только по контуру. Белый нам не очень удобен при рисовании вот этих скал. И тонким слоем мы их вот так вот покроем, а потом уже будем писать подробно, работать с цветом. Вот так бы хорошо было бы начинать писать вот эту картину. Ну и полностью работа над живописные картины сводится к тому, что мы закрываем основные цветовые пятна, разбрасываем все по тону и цвету общими отношениями, вот общими большими цветовыми пятнами, а потом уже начинаем работать с деталями. Ну, вот так всегда по одному и тому же плану. Ну, конечно, в начале эскиз, а потом уже детали. То есть от общего к целому. Идем от общего к целому. Вот. Вот после того, как мы набросали, как бы вот так, можно убрать, допустим, если лишнее, слишком жидкое, или образовались какие-то капли масла, капли краски, значит, убираем. Вот так вот хорошо бы сделать. И идем дальше.
Дальше у нас работа интересная. Чистую кисточку я взяла. Работа с небом, с дальним планом. Посмотрим внимательно, да. Значит, от светлого пойдем к темному. Много белого, такого светло-желтого я взяла. Вот сюда пока положу палитру, для того, чтобы вы хорошо видели, что я делаю. Значит, светло-желтый у нас краешек. Вот этот. Здесь у нас такое активное солнышко. Вот. Кстати, и вот здесь тоже сразу нанесем светлую часть. Так. Затем моем. Голубой может, значит, при большой концентрации желтого и голубого они могут давать вместе нам ненужный зеленый. Вот, поэтому и голубого, и светлого желтого берем очень мало. Прямо вот совсем чуть-чуть. Здесь такой голубоватый оттеночек неба, и сразу мы его тоже сюда вот так аккуратненько вписываем. Можно сделать чуть-чуть более голубое. Можно очень-очень светлое. Вот, ну, видно, да, что здесь у меня такой голубой цвет. Бледный-бледный. Такое небо утреннее-утреннее, нежное-нежное. И слегка сиреневатые оттеночки около горизонта, и такая дымка облачная, слегка сиреневая, есть тоже там где-то в серединке. Значит, я взяла белого, я взяла немножко на кончике кисточки, мало-мало. Посмотрите, можно вот развести где-то в сторонке, а потом уже в основной замес, для того, чтобы не перерозовить. Не перерозовить. И вот такой приятный розовый у нас от горизонта. Видно? Оттенок. Чуть-чуть голубенького, чуть-чуть больше краплака, чуть больше голубого. Получается такой более насыщенный сиреневый. И можно вот такие вот облачка легкими прикосновениями написать. Где-то чуть больше голубого, где-то чуть-чуть больше вот этого розового, красивого, розоватого, краплачного. То есть вот наша основная палитра розовый-голубой, да, ну а тут уже дело вкуса. Прямо на этот розовый я накладываю следующий цвет. Вот. Ну, форма облаков может быть разная. Там не обязательно прям вот точно такие, как здесь. Можно какие-то свои облачка писать. Самое главное, чтобы нам вот этот яркий желтый обязательно остался. Ну и немножко есть ощущение вот таких розовых утренних облаков вот здесь вот. Тоже вот они тут где-то проглядываются. Еще вернемся мы к небу, как только краска у нас впитается, еще немножко мы тут попишем. Тут есть, что еще добавить для того, чтобы
такое вот утреннее красивое небо получилось в результате. Вот, ну, несложный совершенно дальний план. Вот эти горочки можно написать. Опять же, идем от темного. Идем от темного. Голубенький. Немножко краплак. О, видите, как сильно, да? Значит, рядышком делаем еще один замес. Такой сиреневатый. Ну, вот такой яркий сиреневый нам не нужен, да? Чуть-чуть охрочки. Может быть, умброчки. Вот так. До получения такого грязноватого сиреневатого цвета. Вот так. Вот умбра у меня здесь, я немножко ее беру. Так, а дальше прямо на холст наносим основной цвет. Этих гор аккуратненько с контурами, да, вот. И смотрите, как нам хорошо помогает вот эта подложка, которую мы сделали, да? То есть цвет получается сложный уже изначально, уже как бы в подмалевке. Не наношу краски много, с большим количеством краски тяжело управляться, поэтому наношу немножко. Чуть-чуть голубенького, серенького, холодненького добавляю в цвет гор. Ну и помним, все, что у нас далеко, более такое пастельное, более разбеленное, более светлое, все, что у нас близко, более контрастное, более яркое. Очень приятный цвет получается при смешивании кадмио-оранжевого и белил. Только оранжевого нужно брать очень-очень мало. Посмотрите, какой приятный оттенок для неба на дальнем плане. Вот там, около горизонта. То есть он слегка теплый и нужную нам такую светлинку добавляет. Вот. Ну, а мы немножко усложним сейчас вот эти горы. У нас есть тут вот такой кадмий оранжевый с белилами разведенный. Может быть, немножко охрочки туда добавить. И вот вершинка, повернутая к солнышку. Смотрите, как красиво ее можно осветлить. Вот. Слегка маленькими такими движениями. Гора получается более объемная.
со световой стороны. Несколько легких движений. Вот. То есть у нас уже горы получились не закрашенные, да, а написанные. Видно, что тень присутствует. Тень холодная. Такая вот. Имеет такую холодцу. Вот. И такой светленький свет. Так. Ну, где-то вот максимально сильно она много света падает на горку. Не переборщить и не как бы не делать контрастно. То есть здесь такие вот мягкие оттенки. Может быть, немножко сгладить вот эти вот все контуры, чтобы она, гора, не казалась вырезанной такой, а мягко вписывалась в эту, ну, в облака, в атмосферу. То есть резкие линии не делаем. Ну вот таким образом у нас получился вот этот план. Что еще сюда? Еще сюда белого, красивого солнышка. Вот в самые яркие вот эти моменты. Еще добавляю желтенького. Белый с желтым. Очень мало желтого и много белого. Вот. Сделала немножко потемнее. За счет этого выделилась ярко. Самая яркая часть неба. Какие-то еще есть такие всполохи. Немножко добавляю такой темнушечки, сиреневушечки. Вот у меня тут она есть. Здесь у нас вот так пещерка как бы закрыта сверху. Вот так. Вот. Ну а мы идем дальше. И сейчас напишем вот этот красивый камень. С уголочка потемнее, взяла умбру жженую, взяла немножко тил индиго и сюда вот так смело наношу. Вообще, чем ярче, контрастнее края картины, тем светлее и выразительнее будет выглядеть середина. Поэтому угол можно затемнять, что называется, прям вот от всей души. Не жалей темной краски при этом. Попробовала немножко взять охры, но еще пока рано вижу.
определенное количество краски должно вписаться туда, ну, уйти как бы в холст. Краска, когда наносится на холст, она должна через какое-то время, если писать тонким слоем, допустим, должна хорошо воспринимать следующий слой. Вот. Если на нее не наносится больше ничего, значит, просто надо немножко подождать. Ну, обычно, если тонко-тонко при маленьком содержании мы пишем масло жидкости, то она очень быстро готова дальше воспринимать следующие слои. То есть следующий слой уже такой более плотный. И опять же такой очень цельный. Чуть менее темно вот эта сторона пещеры, вот эта часть повернута как бы к больше к солнцу, ну и соответственно светлее, то есть какой-то излом
больше повернутый к солнышку, и он, соответственно, более светлый. Тут такие зубчики, но не обязательно прям их вот идеально точно передавать. Сейчас хорошо бы разбросать на самые темные и такие самые светлые куски. А потом уже писать все остальные нюансы. Так, ну, наверное, вот так. Теперь дальше мы с вами напишем вот эту скалу. Вот эту. Она имеет чуть-чуть такой сиреневатый оттенок. Я бы сказала, что она ближе по цвету вот к дальним горам. То есть, а там у нас было что? Там у нас была голубая краска. То есть какие-то сиреневатые оттенки. Но, конечно же, не плакатные сиреневатые, а такие грязные сиреневатые. Что-то примерно вот такое. Голубой скорплаком дает такой приятный фиолет. Плюс немножко умбры. И цвет становится более сложный. Аккуратненько относимся к контурам, уже нанесенным. Это дальняя гора, и вот здесь вот гора, которая ближе. Примерно та же цветовая гамма. Больше, чуть больше охры. На краях.
выдавила кадмий красный светлый. Он при добавлении, при смешивании с синими оттенками дает такой вот грязно-серо сиреневый такой фиолет, ну, слегка фиолетовый такой коричневатый приятный оттенок, иногда он очень выручает. Если нам не нужен яркий фиолетовый, то вот этот вариант подходит: индиго и кадмий красный светлый. Ну, примерно вот так по цветовым пятнам. Ну, камни, естественно, я еще не вырисовывала. Вот. Ну, пока можно заняться и морем. То есть мы сейчас сделаем такой подмалевок. Сейчас можно заняться морем, вот эти, вот этой лазурью прекрасной. Чистая кисточка нам понадобится. Цирулем, белилом. Чуть-чуть смешиваю. Вот замес у нас был светло-желтый, такой красивый. И вот так. Несколько движений красивых. Вот так вот. Горизонтально, да, обязательно. Горизонтально. Опять же, раскидываем просто по цветовым пятнам. Дальше цирулем. То есть такой уже более голубой цвет. Лазурный такой слегка желтоватый, да, получается при смешивании белилом желтого, кадмия желтого среднего в малых количествах и цирулиума. Желтый с голубым дает слегка такой зеленоватый оттенок. То есть не рисуем одним цветом. Здесь огромное количество всяких интересных полутонов. Вот. И уже в подмалевке мы их, про них не забываем. Чуть-чуть добавим цвета вот сюда. Ну, там у нас розоватые, слегка голубоватые оттеночки.
Та же лазурь может там промелькнуть. Получается, мы послойно наносим ту светлую, ту полутемную краску. Здесь у нас такой тио индиго смешала, вернее, индиго экстра смешала с цирулиумом. Получился такой синий. Здесь теневая часть. Море. И вот такой насыщенный синий здесь зазвучит. Если синий в индиго добавить немножко красненького, цвет еще усложнится и еще немножко утемнится. Поэтому в самый тут край можно и добавить чуть-чуть капельку красненького. И слегка такими вот движениями, тут не горизонтальные движения, тут как-то на бок набегают волны, и пока в подмалевке мы их тоже вот так слегка обозначим. Где-то там будет можно уже сейчас набросать тень вот этой большой волны. Волны, как и все на свете, имеют тень и свет. Вот. Теневая часть волны есть и световая. Я специально вот здесь вот не закрываю до конца, чтобы нам не потерять край вот этой горы. Но сейчас мы его уже не потеряем, потому что мы его уже... Тут сочетаются разные цвета, да, коричневый и синий, да, потерять уже его никак. И можно его вот так закрасить. Можно сразу вот этими вертикальными движениями как бы по...
направлению в плоскости горы. Так, вот мы себе сделали фронт работ, что называется, подмалевок сделан, и теперь будем работать дальше. Так, и вот наша скала. Чуть-чуть помельче эта гора. Так. Запастись надо белой краской. Много сейчас будет уходить светлого. Но если вообще нет белой, да, что делать? Может быть, есть охра, светлая охра. Тогда мы можем использовать ее. Чуть-чуть покажем вот эти изломы. Каменная порода, она неровная, да, то есть это не плоская поверхность, а такая ломаная поверхность. Там есть выступы, какие-то огромное количество разных плоскостей, повернутых под разным углом. И, соответственно, они по-разному освещаются. Поэтому я беру охру с белым, но тут не пересветлить. То есть эта поверхность повернута все равно от солнца. Солнечный свет сюда плохо проникает. Кое-где на каких-то отдельных плоскостях они солнышко как бы поиграло, да, и они слегка бликуют, слегка. Ну, самое главное не оставить вот эту вот часть картины просто закрашенной, ну, как бы однотонно. Немножко надо сюда сделать, ну, как бы несколько штрихов хотя бы более светлой краской, но не белой, не очень светлой. Вот, и достаточно. Мы не акцентируем внимание на эту часть горы.
Затем более светлый, взяла более светлый тон, значит, охра, немножко желтенького, немножко цирулиума. Получился такой светлый, слегка зеленоватый оттенок. И вот таким провела, посмотрю, светловато. Но если его растушевать, то он даже и ничего. Взяла светлую охру плюс белилом и сделала самые яркие вот эти вот части камней. Ну и какие-то там трещинки. Тоненькой кисточкой можно сделать вот эти трещины. Вот сразу очень светло, да? То есть убираем лишнюю светлоту.
А здесь вот краешек, тут вот как раз на краешек ты очень хорошо падает свет. Где-то вот здесь. Опять же, резкие не делаем движения, а контуры резкие не рисуем. Ну и полезно часто отходить, смотреть издалека. В целом, картину в целом. Если сложно издалека смотреть, часто отставлять, допустим, не хочется, ну хотя бы тогда надо прищуривать один глаз, прикрывать один глаз, и вы увидите все в целом. Вот, не вдаваясь в детали. Это очень полезно. Во-первых, сразу видно, что где нужно добавить. А во-вторых, в это время у нас отдыхают глаза, и мы новым своим незамыленным взглядом начинаем видеть чуть по-другому. Глазки отдыхают. Вот. Ну, чем больше тут всяких трещин, тем лучше. Камни любят быть такими разноплоскостными. А разные плоскости нам как раз трещинки подчеркивают. Можно как-то по-другому написать, как-то свои какие-то камушки. Они по-любому получатся разные. А оранж и белилом чуть-чуть, может быть, чуть-чуть охры для того, чтобы погасить такой яркий оранжевый, но здесь вот скала освещена сильно. Бросаем небольшие штришочки на освещенную часть этой скалы. Не как бы переборщите. Много вот этих штрихов тоже не нужно. Их такое достаточное количество на свету и совсем мало в тени. В тени подробности изломов не вырисовываем, только на свету.
помним все, что ближе к нам, более контрастное, более яркое, более насыщенное. Все, что вдалеке, более плоское, более разбеленное. Так, ну вот такая. Гора получается у нас. Можно и темненького, кстати говоря, добавлять не только светлым. Где-то можно добавить и темным. Здесь у нас направление изломов, сразу определимся, как они идут. Индиго плюс красный цвет смешала. Значит, здесь проложу вот такой большой излом будет, да, вот разлом. Вот. И вот так они идут. Вот такое направление имеют. Да. И вот слоями порода наслаивалась такими плитами, слоями. И мы их тоже сейчас вот так и набросаем. Ну и опять же, вдали все такое тоненькое, мелкое. Цветочки, допустим, там превращаются в точки. Изломы горной породы превращаются в тонкие-тонкие полосочки. Вот. И очень удобно идти от теней. Естественно, идем от теней, от теневых частей. Многовато сейчас вот тут оранжевого яркого, да? Немножко приглушим. Более темным. Угол камушков вот так расположились уголки. Ну и мы также их сделаем. Так, чтобы не сбивать рисунок и идти по рисунку. Так, ну а тут мы должны немножко высветлить нашу гору. Я взяла, опять же, вот этот цвет, который мы использовали, когда высветляли вот эту горку. То есть оранжевый, желтый и немножко розовенького, можно капельку вообще. Да. Вот. Ну а тут дальше вот такими вот штришочками высветляем вот эти изломы, то что попало на солнышко.
Можно взять тонкую кисточку, допустим, и вот самые пройтись по вот этим изломчикам. Тоненькой кисточкой. Вот. Подштриховать немножко. Надо определиться, где будет самая светлая часть. Светлая краска может проваливаться, может такое быть. Вот, поэтому вариант повторно еще раз пройтись более светлым цветом. Вот. По-разному ведет себя краска, смотря на какую мы накладываем, смотря какой холст, смотря сколько мы ее накладываем. Вот, поэтому я еще раз прохожусь по светлым местам. Можно, допустим, подсушить картину, допустим, да, и еще раз сделать вот эти основные световые, цветовые ударчики. Вот.
Вот, потом еще более тонко, еще более светло. Какие-то вот совсем тонкие, попавшие на свет детальки можно написать. Где-то целая плоскость, допустим, может быть, ну, попасть на свет. Более тонкий и темный тоже. Вот эти изломы можно их еще раз и еще раз подчеркнуть. Ну и помним тоненькие, самые тоненькие детальки вдали. Вблизи можно делать поярче и потолще. Ну, смотря до какого, как бы, до какой степени точности вы хотите написать эту картину, да, тут можно долго работать этой тонкой кисточкой, еще и еще раз подчеркиваю вот эти изломчики. Можно сделать, допустим, в общем, да, свет-тень, не вдаваясь в детали, и все равно будет гора. Индиго цвет, надо его добавить.
Так, ну вот, можно немножко еще, краска улеглась, и можно еще немножко вот добавить светленького. Вот. Каждого свой принцип рисования вот этих изломов. Я показала основной принцип, а потом может каждый найти какие-то свои интересные подходы и решения к этому вопросу. Главное, чтобы тень на своем месте была, свет на своем. Так, ну вот, немножко сделали вот этот план, горы. Тут можно много-много-много делать этих изломов. Как я уже сказала, можно более в общем сделать. Вот. Чуть-чуть изменить направление. Мне почему-то напоминает корабль вот этот кусок камня. Можно заняться вот сейчас на этом этапе морем, волнами. По тому же принципу идем, более светлым цветом. Берем белило, берем светлый желтый. Можно лимонный, можно желтый, средний. Желательно даже, наверное, поменять масло уже, потому что, чтобы работать спокойно светлыми, да, и дальше вот такими штришочками пишем солнышко на воде. Штрихов здесь огромное количество. Все, конечно, мы не будем делать, но основной принцип, основной мы нарисуем. Вот. Здесь тоже свет и тень. Поверху волны идет очень светлая ее часть. То есть вот мы берем волну и рисуем штришочки светлые по светлой ее части.
Берем следующую волну. И вот так несколько штришочков светлых. Наносим наверх волны. Здесь тоже. Там еще пена, нам бы не сбиться, да? Но сейчас пока сделаем вот верх как бы вот этих волн, для того, чтобы у нас волны получились объемные. И под волной, да, тоже много светлых таких вот микро, что ли, волн. Можно начинать от самого светлого. Здесь очень много вот с левой стороны, очень много вот этих светлых моментов. Они практически сливаются в одно белое такое яркое пятно. Чуть по-другому сделалась у нас волны. Там будет большая волна, да, а здесь чуть поменьше. Но не меняет это суть. Вот. Очень яркое белое в глубине, вот здесь слева. И такой максимально темный правый край, да. По сути дела, на таком хорошем контрасте построена эта картина. Чуть-чуть потемнее. Тео индиго плюс изумруд. Под вот здесь теневая часть волны. Слегка ее утемняем. И так можно легонько ее растушевать. Также еще несколько волн таких же задумаем вот здесь, близко.
Как бы они и коротенькие, и длинненькие, разные. Вот. Пеном вот так вот прямо накидываться на эту волну. Вот. Как мы и договаривались, я и, значит, светлые, да, моменты добавляю, и темные.
добавляю света на верхнюю часть волн. Вот так. Ну, как бы так примерно, да, предполагаю, где верхняя часть волны. И добавляю вот такого вот красивого изумрудного цвета, слегка растушевываю. Сейчас отставлю картину, полюбуюсь издалека, посмотрю, что еще нам надо добавить, и тогда мы продолжим. Продолжаем. Наносим самые темные вот эти камушки. Коричневый, тио-индиго цвет. Индиго-экстра, что-нибудь такое. Вот так. Затемняем самый темненький кусочек, да, вот где у нас тут будет самый темненький, вот он. Вот этот булыжничек. Между булыжниками я буду пропускать небольшое как бы расстояние, чтобы нам все-таки камушки не потерять. Возьму побольше кисточку и прям вот этот угол, он у нас такой темный, насыщенный. Сюда не проникает свет. Можно, значит, так закрыть вот прям хорошо. Закрываем. Здесь у нас тоже камушек, вот он у нас. Чуть-чуть посветлее, вот. Коричневый, чуть-чуть посветлее, камушек ближе сюда к свету, вот этот вот булыжничек, он у нас будет чуть-чуть посветлее. Вот эти, конечно же, тоже темные такие. Ну, не вырисовываем прямо вот до фотографичного как бы состояния, да? Но передаем основные формы, мы передаем. Так, уголочком. Сразу же можно вот сейчас на этом этапе уже вот за как бы закрыть основным тоном вот этот вот камень, который вдали у нас. Тут еще маленький камушек есть. Так. Если мы хотим еще углубить цвет, ну, то есть сделать еще более таким темным цветом, значит, чуть-чуть ультрамарина добавить можно.
синий еще углубит нам цвета. Пока синие есть на кисточке, можно еще немножечко вот эти скалы сделать еще более контрастными. Вот, ну а тем временем у нас немного уже впиталась краска, краска подстыла, что называется, и можно продолжать работать с морем. Здесь у нас приятный голубой цвет. Белила, капельку ультрамарина можно добавить, капелька лимонного, можно брать цирулиум, допустим, цвет, ну какой-то вот голубой, такой красивый цвет там будет. Голубенький, вот такой. И этим голубым мы вот так вот не белым, а голубым рисуем. Тут перетемнило, вот здесь вот отлично получилось, тут перетемнило, значит беленького немножко побольше, светло-светло-голубым. Делаем как бы верхние части вот этих волн, вот, вот такими штришочками. На темном их отлично видно. Вот они. Здесь они немножечко идут под наклоном. Поймать вот этот цвет, он такой слегка голубоватый. Ближе к теневой части моря
цвет волн сверху тоже немножко темнее. Не такой яркий, как вот здесь. Немножко потемнее. Где-то их чуть-чуть можно подтушевать. И получается у нас вот так вот наши волны. Добавляем немножко темненького. Тоже все вот такими штришочками. Чуть-чуть утемняем изумруд плюс синенький плюс немножко можно коричневого, чтобы не был такой яркий цвет. Значит, под волной тоненькими-тоненькими штришочками. Вот так. Под волной. Темно будет, да? Тень. Все на свете имеет тень. В том числе и вода, и волна. Вот. Еще немножко. Еще немножко тенюшечек. Но если добавить много вот этих теневых моментов, да, то такое оно более будет неспокойное. Да. Если мало, допустим, мало-мало, будет гладкое, будет штиль, будет такое более прозрачное, более спокойное море.
От камушков тоже вот этих будет такая тень небольшая. И беленьким еще раз можно самые яркие тарчики поставить. Ну, много кропотливой работы на самом деле. Тут вот просто много вот этих мелких движений. На верхушках вон. Делаем такие блики. Часто вытирать кисточку надо, да?
Немножко где-то можно. Убрать вот эти контрасты лишние. Так, сейчас мы напишем кораблик, и потом уже будем дальше работать с этими камнями. И потом еще немножко доведем море. Так, значит, коричневый цвет. Это индиго экстра немножко. Значит, вот где-то здесь у нас лодочка, вот это у нас,
небольшая по размеру. Вот так проводим. Так, делаю тоненькую кисточку. Можно взять очень тонкую кисть, допустим, изначально. А можно из вот такой сделать, прямо вот так ее. Сжать, как бы, и получится такая тонкий кончик у кисти. Да. И вот проводим. Затем ну, как-то вот так. Нераскрытый парус. И светлым, опять же, ближе сюда к солнышку. Как бы засветлим чуть-чуть. Какие-то неровности можно сделать. Так, и тень. Конечно же, тень должна быть. Парусника, она вот сюда уходит и растушевывается прямо там вот. Там силуэты, еле заметные силуэты людей. Ну, голова можно сделать, да? Еле-еле заметные. Вот так мягко сюда как бы сдвинуть красочку и растушевать. Вот так. Увести в глубину эту тень. И слегка там несколько вот этих вот волн там добавить. Вот.
То есть не один раз придется пройти и темным, и светлым цветом для того, чтобы добиться эффекта волн и их свечения. Здесь вот очень яркое, как раз можно сейчас добавить его. Яркое белое пятно. Так. Закрашивается темная, да, тень под волной, значит, мы ее берем и вот прям устанавливаем. Давайте немножко поработаем теперь с камушками еще. Белила, оранжевый цвет, немножко желтого, яркий. Самые яркие у нас рефлексики, да, мы сейчас их и проведем.
А вот здесь у нас камушек. Мы его вот так вот как бы ограничим. И вот здесь такой яркий. Сюда падает свет, попадает свет. И вот так мы его тоже, он не везде, значит, вот эти камни, на которые попадает свет, да, они не везде светлые, да, они имеют и где-то темноватый оттеночек. Такой рыжеватый, сиену желтая с оранжевым, вот прямо оптимально сюда подойдет. И не заканчиваю, как бы вот резко. Несколько движений, еще вот таких вписывающих в темный цвет камня я делаю. Можно не набрать, допустим, в полную силу сразу вот цвет тот, который нужен, допустим, да, но тогда просто еще раз придется пройтись по этим светлым местам. Вот. Иногда он набирается в полную силу, этот цвет, а иногда не берется. Это зависит от густоты краски, от, ну, от количества масла, которое вы берете на кисточку, от многих причин. Но в любом случае можно еще и еще раз, значит, нанести тот цвет, который вам надо. Самое главное — свет, тень. Тень очень контрастная относительно света. То есть теневые части почти черные. Чем темнее мы сделаем край картины, тем ярче визуально будет выглядеть середина, поэтому вот добавляю еще темных моментов сюда, на край картины. По ходу работы замечаю какие-то неточности и подходящий цвет на кисточке. Когда остается, использую его. Вот, прошлась еще по камушкам, уже они у нас становятся чуть-чуть объемнее, да? Красивый светящийся оранжевый, посмотрите, какой красивый цвет. Как бликует красиво этот камушек. Белого больше, ну, естественно, цвет будет блестеть ярче. Можно взять потоньше кисточку, пройтись по этим вот ярким моментам. Чуть-чуть еще уточняем форму как раз на этом этапе.
форму камушка можно уточнить. Ну, самое главное, чтобы не получились такие ровненькие овальчики, или какие-то кубики, или какие-то шарики, да? То есть форма не геометрична, не симметрична. Где-то есть, вот, ну, можно подумать, что он такой ровненький камушек, но, однако же, если приглядеться, там есть неровности. В тени есть небольшие вот такие отцветы, то есть камни отделяются. Я взяла оранжевый и умбры много, получился такой слегка оранжеватый цвет. Вот я покажу, что я сделала. Вот умбра плюс оранжевый цвет, и вот так вот мягенько растушевать. Тут вот смотрите, да, давайте поработаем вот с этой тенью. Здесь тоже читается внутри камушек, хоть он и еле-еле заметный, да, но все равно он тут прочитывается. Вот, можно нанести какую-то более светлую краску, но не пересветлить в темне, в темноте. И у меня есть вот такая вот мягкая обычная краска, это кисточка детская для детского творчества, она, по-моему, Pony Wars. Вот, отлично растушевывает. Ну, это может быть и любая другая кисточка. Вот. Там где-то чуть-чуть читается, прочитывается тоже камушек. Опять же так делаю, растушевываю. Многовато, значит, чуть-чуть добавила темноты, темненького. Хорошо растушевывает краску. Кисточку часто вытираем. Вот здесь тоже есть такой контур каменный. То есть, по сути дела, только благодаря контурам вот этим мы и видим эти камушки. И потом уходят в темноту. Где-то там небольшой есть просвет между камнями, можно его вот так вот и сделать. Где-то вот здесь еще тоже есть такой просвет небольшой. Ну, вот это ярко, да, значит, убираем. То есть просвет между камнями, конечно же, всегда чуть-чуть светлее.
но не сильно яркий, не сильно светлый все-таки. Так, вот здесь тоже есть у нас камушек. Можно делать, допустим, более сложную форму. Почему же нет? Конечно, можно. Можно написать какие-то другие свои камни. И это будет очень здорово смотреться. Еще раз добавляю красочку уже более точно, более конкретно. Высветляем грань камушка, которая повернута у нас к солнышку.
более светлой краской, контрастно светлой. Значит, показываю вот эти вот отцветы и такой неровной линией. Какой-нибудь там, как-нибудь вот так. Здесь тоже вот по контуру вот этой вот скалы, условно говоря, много света. Вот. Здесь какие-то изломчики тоже читаются. Вот. Не всегда берется сразу краска прям вот сходу, да? Иногда надо чуть-чуть подождать, и она тогда отлично ляжет. То есть и высветляю, и утемняю я несколько раз. Можно по сухому, допустим, по сухому отлично ложится краска на сухую поверхность, поэтому можно высушить. Вот. Иногда просто светлые проваливаются, поэтому есть смысл подсушить картину. Здесь много светлых моментов. Камень такую слегка горизонтальную плоскость имеет, и на этой горизонтальной плоскости много таких отсветов.
таких световых ударчиков. И вот здесь есть они. Где-то вот здесь тоже. Все-таки стараемся, чтобы не было больших плоскостей, закрашенных одним цветом. Чуть-чуть каких-то, какой-то блик туда нужен. Вот, чуть-чуть, может быть, там другой цвет, что-то еще. Ну и очень полезно отходить в сторону, смотреть на картину в целом. Можно, допустим, прикрыть один глаз, посмотреть в целом. Мы посмотрим еще раз критическим взглядом таким, где самое светлое место на камушках. Пожалуй, вот здесь чуть-чуть нам не хватило света. Добавим его сюда. И еще осветлим ярче. Здесь слегка можно тоже осветлить вот этот краешек. Вот. Вот такие булыжники у нас получились. Взгляд на море из пещеры. Вот. Здесь вот чуть-чуть тоже где-то. Где-то чуть-чуть будут вот эти красивые отсветы. А все-таки вот здесь чуть-чуть посветлее попадает туда свет, и легче будет смотреться вот эта вся каменная масса, если немножко сделать чуть-чуть светлее. Я взяла охру, такой край, но тоже не пересветлить, аккуратно. Добавим несколько мазочков такого. Охристого цвета в цвет камней. На этом этапе уже очень аккуратно с картиной, да, стараемся ее не испортить. Вот, и вообще хорошо бы фотографировать поэтапно на каждом этапе, чтобы, ну, во-первых, запоминалось, а потом можно было проанализировать каждый этап работы. Ну, вот такая у нас получилась интересная картина. На мой взгляд, может быть, чуть-чуть еще таких вот розоватых, с ними очень аккуратно. Я смешала краплак темный прочный, ультрамарин, и добавила немножко вот умбры жженый.
получился такой слегка сиреневатый цвет. Где-то можно его тоже туда добавить, вот особенно вот сюда. Но с ним аккуратно. Вообще со всеми сиреневыми цветами, сиреневатыми, оранжевыми, открытыми, зелеными, с ними поаккуратней. Такой чуть сиреневатый оттенок получился. Еще раз пройдусь по этим всем изломчикам. Вот эти глубокие трещинки, они при дополнительном, как бы, добавлении цвета, они более такие, ну, более емко звучат, что ли, более глубокие становятся. Вот эти все изломчики, трещинки. Поэтому можем немножечко сюда добавить таких штришочков тоже. Ну вот так у нас получился вот такой морской пейзаж. Давайте посмотрим издалека. Много интересного мы сегодня сделали. И волны, и камни. Ну, после этого мастер-класса, наверное, камни уже напишете вы легко. Много мы и подробно сегодня про них говорили. Вот здесь небольшая трещина в камне. Давайте ее тоже сделаем. Вот так. Чуть светлее по краям. Трещина остается как бы в середине. Вот. И тут очень темный камень, но он все-таки светлее, чем вот эта трещина. Поймать вот этот цвет. Вот. Видно, да, трещина. И края камушков более светлые. Вот. Я сделала специально чуть светлее, чтобы было понятно, как это делается. То есть вот она, трещина темная. Сейчас ее еще ярче. Вот. Ну, там неровный у нее. Вот этот. Вот. Да? И более светлый, гораздо более светлый край. Вот. Вообще все ребра всегда более светлые. Ну, и она не идет туда так далеко, да, она где-то вот здесь заканчивается. То есть вот
так. Вот так. Ну и чем более неровный край, тем более правдоподобно будет выглядеть эта трещина на камне. Вот. Ну, давайте посмотрим нашу картину в раме. Сейчас вот здесь вот чуть-чуть. По мере того, как мы будет высыхать картина, возможно, будут какие-то немножко... Нужно будет немножко корректировать. Так, давайте посмотрим рамочки. Вот как раз коричневая рамка под морской пейзаж. Идеально подойдет. Я чуть-чуть уменьшу. Так. Ну, а у нас получился вот такой морской пейзаж. С вами была Юрова Александра из школы креатива. Всего доброго, до свидания.